Все дети в актовом зале перинатального центра необычные. Они родились здесь, в этих стенах. Тех из них, кто появился на свет недоношенными или с осложнениями, выходили эти врачи и медсестры. И в преддверии Дня медицинского работника ребята пришли сказать спасибо. Всем огромное спасибо. Желаем здоровья, самое главное, счастья и успехов в нашем нелегком труде. В большинстве своем в перинатальном центре ведется работа с новорожденными. Особенные пациенты – это малыши, которые родились недоношенными. Их вес едва достигает отметки в килограмм. За 10 лет работы центра таких детей было более 300. Детишек мы выхаживаем разных. И бывают недоношенные крошки 500 грамм, и иногда чуть меньше и чуть больше. И вот этих детишек спасают наши специалисты, наши сотрудники. И, соответственно, сейчас мы с удовольствием увидим детишек, которые вот за 10 лет, которых немало. В преддверии Дня медицинского работника сотрудники центра получили награды и от руководства, благодарственные письма и почетные грамоты. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».